Люди, дающие свет, собрались в актовом зале армавирского филиала «Кубаньэнерго». Большой дружный коллектив, для которого энергия давно стала не только работой, но и судьбой. Поздравить энергетиков на сцену поднимались представители администрации Армавира – Новокубанского, Гулькевичского, Успенского, Кавказского районов. Конечно, пожелать самое главное – это здоровье. Здоровья вам, вашим близким, родным. Я не буду перечислять ваши заслуги и ваш профессионализм. Вам природа и стихия делает такие проверки. И вы с честью с ними справляетесь. За это вам огромное отдельное спасибо. Уходящий год был особенно трудным. Ураганный ветер, который обрушился на город в августе, а затем вернулся в ноябре, устроил настоящую проверку на прочность не только опорам электропередач, но и людям. Но профессионалы армавирских электрических сетей с честью выдержали испытания. Одно из достижений энергетиков армавирских электрических сетей – это реконструкция подстанции «Армавирская ТЭЦ», выполнение реконструкции электросетевого комплекса линии электропередач основной сети и тех производственных показателей, которые были поставлены перед армавирскими электрическими сетями. Много теплых слов было сказано в адрес ветеранов производства, людей, чье дело с честью продолжает современное поколение. Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации награждена Людмила Свитова. Благодарность губернатора Краснодарского края объявлена Сергею Маринченко. На сцену один за другим поднимались передовики производства, люди, преданные своему профессиональному долгу. В этот прекрасный день я бы хотел всех поздравить, пожелать здоровья, счастья, благополучия, безаварийной работы. Особенно слова благодарности ветеранам, которые вложили свой ратный труд на развитие электросетевого комплекса. Мира, добра, света и уюта. Поздравления передовиков отрасли сопровождались яркой концертной программой лучших творческих коллективов города. Этот год подходит к концу, но у энергетиков уже намечены планы. Пожелаем, чтобы работа велась в штатном режиме и все получилось. Лариса Юровская, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».